происходит? Чего? Брось его, брось его! Брось его! Достали самое главное, то, что заставляет говорить. Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, мы с вами начали заказывать игрушки на сайте Darknet. А именно серию Барбоскины Экзист, запрещенную серию. И уже мы с вами разрезали розочку на очереди. Как думаете, кто? Прямо сейчас напишите ниже в комментариях. А пока три ваших самых топовых коммента, которые попали в мое видео, ловите. Раз, два, три. Ну а если ты тоже хочешь попасть в мое видео, прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что ты попадешь в мое видео и станешь, возможно, станешь таким же популярным, как и я. Друзья, сегодня мы с вами отправимся на сайт Darknet и закажем проклятую игрушку «Дружок» из серии «Барбоскины Экзи». Погнали! Итак, друзья, прямо сейчас в 3 часа ночи мы находимся с вами на сайте Darknet. И мы заказывали розочку до этого в предыдущем видео. Если ты его не видел, то обязательно посмотри, как посмотришь это видео. Ссылка будет в описании, друзья. Розочка Экзи, она была реально очень страшная. И мы ее разрезали. Мы разрезали реально живую игрушку, друзья. Итак, следующий у нас будет дружок. Просто я бы, конечно, заказала, возможно, еще каких-то других из Барбоскиных Экзи, из запрещенной серии, но получается так, что на данный момент на сайте Darknet только дружок Экзи, друзья, посмотрите, и вот здесь вот я выбираю дружок, и вот и розочка Экзи, других пока нет Экзи персонажей с этой запрещенной серии, друзья. Но я, если напишу им какое-то письмо с обращением, чтобы они заказали всю семью Барбоскина. Если вы хотите, то давайте на этом видео соберем 10 тысяч лайков. Друзья, короче говоря, ладно, будем заказывать дружок Экзи. Вот он. Друзья, посмотрите, его глаза буквально в разные стороны, из его пасти течет кровь. Это так страшно, друзья. Это просто нереально страшно. Просто жесть, друзья. Что они делают в этой черной сети? Они создают просто адские игрушки. Посмотрите, в его руке пила и на ней кровь. И также этот мультяшный нож в крови. Это так страшно, друзья. Просто невероятно. Тебе страшно, Дим? Очень страшно. Это просто жесть. Ладно, давайте почитаем, что пишут про него менеджеры с сайта Darknet. Дружок Экзи, серия Барбоскины, старший брат, он же будущая звезда футбола, не силен в математике. Дружок частенько расстраивает родителей плохими оценками, безответным поведением, ненавидит своих сестер и братьев, часто сходит с ума, болеет шизофренией. Друзья, кстати, вы знаете, что такое шизофрения? Это раздвоение личности, то есть он может быть нормальным, а может быть и ненормальным. Это просто жесть. Дважды сбегал из психиатрической больницы. Дим, покажи, чтобы они подумали, что я придумала. Дважды сбежал из психиатрической больницы. Господи, ребята, да он сумасшедший, он чертов псих. Господи, это просто жесть. Особо опасен, обожает кости. Ну, как обычный пес, этот Барбоскин обожает кости. Жесть, ребята. Короче, ладно, мне кажется, это безумным интересно. Сумасшедшая идея, конечно, приобретать этого персонажа на сайте Darknet, но я это сделаю, потому что вы самые сумасшедшие мои любимые подписчики, подписчики Королевы Мистики, и сейчас я сделаю этот заказ. Друзья, погнали! Мне прямо таращит от того, что я сейчас купила именно дружка Экзи. Я думаю, он реально будет страшный. Не пропусти, досмотри это видео до конца. А мы пойдем встречать курьера с сайта Darknet. Итак, друзья, прямо сейчас мы получили кейс из Даркнета. И внутри должен находиться дружок из Экзи серии. Серии, которая не вышла на обычном экране телевидения. Это запрещенная серия Барбоскиных. И вы увидите ее первыми. Итак, друзья, мне, конечно, не терпится открыть этот бокс. Вижу вам тоже, как выглядит дружок Экзи. Увидите прямо сейчас. Раз, два, три. Черт, ребята,
Это реально он, посмотрите. Это реально дружок Экзи из Барбоскиных, черт, он в чем-то испачкан. Блин, ребята, вы знаете, что дружок обожает играть в футбол, поэтому на нем зачетные такие эти кеды. Посмотри, такие зеленые лакированные кеды. Офигеть, но эти пуговицы из потустороннего мира означают, что это реально экзи-игрушка с сайта Darknet. Только у даркнетовских игрушек такие глаза, не как у обычных там игрушек, а именно пуговичные глаза. Друзья, давайте посмотрим, может ли говорить обычная игрушка, пока мы не провели обряд переселения души экзи в эту живую игрушку. Послушаем, что он говорит. У него голос, как у Экзи-игрушки, не такой, как у Розочки. Реально какой-то адский голос. Дим, поднеси поближе микрофон, пусть ребята послушают. Сейчас реально тишина, послушайте. Этот адский голос делает именно эта Экзи-игрушка. Ребята, он как будто хрипит. Может быть, он заболел. Я не знаю, друзья. Ладно, давайте приступим к обряду. И прямо сейчас оживим эту живую игрушку, заказанную с сайта Darknet в 3 часа ночи, друзья. Это безумно интересно и безумно завораживает. Страшно. Согласитесь со мной, друзья. Так, ладно, зажигаем свечи. Для обряда нам необходимы свечи. Черт, ребята, это реально очень страшно. Просто невозможно, как страшно, потому что это реально обряды, которые поводят в шок. О, господи, черт. Он такой огромный огонь. Я даже немного обожглась, ребята. Блин, жесть. Ладно, фух, я собралась, друзья. И прямо сейчас мы оживим эту игрушку. Друзья, кстати говоря, пока мы не начали это делать, напишите, пожалуйста, в комментариях, какую игрушку, живую игрушку с сайта Darknet вы хотите разрезать. Ведь это не просто игрушка, это реальная кукла Вуду на Барбоскина, которую можно заказать только на сайте Darknet. И все эти игрушки – это Вуду игрушки. В них, внутри них, магические, мистические предметы. Если мы их достанем, то магия развеется и перестанет действовать. Поэтому, друзья, ничего не бойтесь. Сейчас мы буквально призовем эту душу Экзи в этого Барбоскина, а потом мы достанем мистические предметы, и магия развеется, друзья. Но не до конца. Чтобы окончательно разрушить магию, летом мы сожжем и закопаем прах этой игрушки в мистическом лесу. Ладно, давайте начинать. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух погиб. Черт. Черт, он чуть не сгорел. Ребята, аккуратней со свечками. Никогда не зажигайте дома свечи. Если нет дома родителей, можно поджечь дом. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Дружок Экзи, я призываю тебя. Дружок Экзи, я призываю тебя. Дружок Экзи, я призываю тебя. Что происходит? Черт! Брось его, брось его! Брось его! Черт, он пропал. Черт! Он укусил меня за руку. Что он делал? Господи, ребята, это просто жесть. Этот щенок так быстро вселился в живую игрушку, что даже укусил, черт возьми, мой палец. Дим, слушай, мне необходим бинт, он меня укусил. Ох, черт. Смотри. Блин, вы понимаете, что эти экзи-игрушки, они кусают и доставляют боль. Но их мультяшная кровь просто остается на моих...
пальцах, и боль постепенно уходит. Просто посмотрите, на что это похоже. Это похоже на укус дружка из Барбоскиных, дружка Экзи. Черт, ладно, нам нужно его отыскать. Отыскать и разрезать. Вообще, я хотела бы с ним пообщаться, потому что я-то думала узнать что-нибудь про других, про его братьев и сестер. Куда ты убежал? Я не знаю. Давай поищем его. Черт. Блин, просто невероятно. Что это за звук? Он здесь. О, черт, ребята. Что он делает? Что он делает с этой куклой? Дим, просто посмотри. У него глаз отвалился. Посмотри. Дружок? Дружок? Черт! Куда он делся? Откуда здесь эта кукла? Ребята, посмотрите. Это куколка маленькая. Какая-то старая кукла с косичками. Господи, откуда она здесь? Посмотрите, у нее в руках телефон. Возможно, это какая-то подсказка или это какой-то квест от Барбоскиных. Ведь от них ожидать можно все, что угодно. В предыдущем видео Розочка загадывала мне загадки, а теперь, возможно, это какой-то квест, друзья. Возможно, нужно позвонить или что-то. Черт! Черт, она музыкальная. Погоди, что она поет? Господи, ее рука отвалилась. Блин, это просто жесть. Я не могу это слушать. Она музыка. Слышу. Что это? Дружок. Дружок. Блин, ребята, я только сейчас поняла, какая же я глупая. Он, было написано, что он обожает кости. Нам нужны кости, Дима, погнали. Давай какие-нибудь кости, я не знаю, хоть что-нибудь. Давай кости мне сюда на стол. Нет, мы сейчас заманим его в ловушку. Корм давай, есть. Давай. Корм. Кошачий корм, он не будет, он любит кости, было написано там. Так, ребята, к сожалению, настоящих костей у нас нет. Но они не нужны, ведь наш Барбоскин игрушечный. И здесь у нас есть скелет, кости скелета. Это его рука, таз, две кисти и ключица, друзья. Попробуем его заманить в ловушку. Сейчас мы разложим это здесь. Дружок? Дружок? Короче говоря, Дима, ладно. Косточка? Косточка? Дружок? Дружок, косточка. Ладно, друзья, будем надеяться, что это поможет и дружок будет есть эти кости. А мы пока подождем и понаблюдаем за ним в эту щель. Черт, он здесь! Скорее, ребята! Держи его! А, черт! Не надо со мной разговаривать прямо сейчас! Я лишу тебя этой мистической силы! Кукла Вуду! Черт, ребята! Необходимо быстрее лишить его зрения! Черт, черт! Да замолчи ты! Раз, два, три! Замолчи, замолчи, замолчи! Черт, замолчи, замолчи! Сейчас я достану это, ребята. Это необходимо отключить, достать и отключить. О, черт. Все. Мы достали самое главное, то, что заставляет говорить эту живую игрушку. А теперь мы вынем мистические предметы, которые делали эту живую Экзи-игрушку живой. Я лишаю тебя входа в этот мир. Я лишаю тебя входа в этот мир.
теперь ты обычная игрушка. Посмотрим, что же за магия была вложена внутрь тебя. О, Господи, что это за мерзость? Черт, ребята, что это? Это похоже на медаль. Слушайте, ведь он футболист, и он, наверное, хочет завоевать серебряную медаль. Но почему не золотую, друзья? Тут что-то еще внутри. Посмотрите, что внутри Барбоскина Экзи. Это часы. Это часы, наверное, чтобы следить за временем в матче, в котором он любит играть. В футбольном матче. А также, друзья, что это такое? Это серебряная цепь, друзья. Видимо, он просто любит серебро. Почему не золото? Нет, скорее всего, это медаль. А, это именно, да, цепочка, на которой подвешена эта медаль, чтобы наградить его. Ну что, Барбоскин Экзи, дружок Экзи, я поздравляю тебя. Ты завоевал серебряную медаль. Надеюсь, что ты доволен, друзья. А мое видео пора заканчивать. С вами была я, Королева Мистики, и челлендж в 3 часа ночи. Всем пока!